Триумфаторов Олимпийских игр в Южной Корее чествовали сегодня в Казани. В Кремле их принимал Рустам Миниханов. 2 серебра и 2 бронзы – самый лучший результат наших олимпийцев за всю историю татарстанского спорта. 190 улиц и 430 дворов отремонтируют в Казани в этом году. На это выделено 5,5 миллиардов рублей. Это деньги из республиканского федерального бюджета. Масштабную программу подготовили с учетом мнения горожан. 28 женщин за одним столом с президентом. Рустам Миниханов сегодня поздравил с наступающим праздником женщин-представительниц СМИ. Президент ответил на самые разные вопросы: экономика, бизнес, сельское хозяйство и, конечно, Инстаграм.